Дорогие друзья, а главное, дамы, мы приглашены в Харьков Пэлас на гранд-дефиле. Если перефразировать фразу «готовь сани летом», то это же можно сказать и о купальниках. Готовь купальник зимой. Ну а что касается белья, то это вне сезона. И если вы спросите, какое, то я вам отвечу – кружевное. 8 грудня мережа бутиків французької білизни «Інженю» і «Бель Авеню» провела гранд-дефіле «Ланжері Джуалері». В рамках показу, який проходив у готелі «Харків Палас», пройшла презентація колекції «Ювелірна білизна» від будинку «Ліс Шармель» і круїзних ліній купальників сезону 2013 року. Гостями показу стали VIP-клієнти мережі бутиків «Інженю» і «Бель-Авеню». У знак вдячності та подяки за пристрасну увагу і шанування дизайнери будинку «Ліс Шармель» створили на честь цієї події у світі української моди спеціальні подарунки для учасників та гостей показу. Для клиентов бутиков «Инженю» галереи «Бель-Авеню» мы сегодня организовали гранд-дефиле. Презентовали коллекцию, ювелирную коллекцию от дома «Лис Шармель». Формат вечеринки был выбран неспроста в форме гранд-дефиле, потому что идея эта принадлежит Жаку Дюмалю, непосредственно создателю ювелирной коллекции «Лис Шармель». Очень понравились эффекты, особенно очень музыка понравилась. И вообще такое впечатление, как будто компания «Инженю» вложила в это всю свою душу и сердце. Вважаю, що дефіле було виконане та організоване ідеально. Відчувалася дуже велика гармонія у музиці, в образах, а також вразили інноваційні технології, які були застосовані для відеоінсталяції. Це високий рівень дефіле, і я вважаю, що для колекції це велика честь бути так представленою. Для Харькова это очень высокого уровня мероприятие. И я часто бываю в Киеве. Для Киева достаточно много, в Киеве проходит мероприятие. Но когда это проходит в Харькове, это всегда очень приятно, потому что наши люди, наши женщины, девушки заслуживают посещения, проведения такого уровня мероприятия. Это очень важно. Is the river is your bridge of lovers finds it's getting washed all away. There are three wise men in the darkness of the desert still trying to be finding their way. The tables have been laid, the food has been served, but the cost of eating is too much for most to pay. Формат сегодняшнего мероприятия был правильно выбран. Уровень, который был реализован для дефиле, был очень высокий. Огромная работа была проведена моим коллективом по подбору образов, которые очень органично сочетались с каждой линией французской коллекции ювелирного белья. What you wanted to be, you just feel what you wanted to be, what you wanted to feel, what you wanted to be.